Бог тебя просит, высокопреосвященнейший Владыко, проси нас и благослови. Господи, на недугие болезни людей Твоих, и умилосердися мы в упокоянии Тебе, исповедающийся завет, скоро услыши нас и помилуй. Еще молимся, ежеприяти Богу покаяние нас, грешных рабов Своих, и очистите нас от грехов наших, и беззаконие наше отъяти от нас. Прецем сей, Господи, скоро услыши и милостивно помилуй. Боже великий, вышний, благоутробный, человеколюбивый Владыка, услыши нас, недостойных рабов Твоих, во множестве милости Твоя, и не спаси нам помощь Твою во время нашествия болезни губительная, народ человеческий, Твоей кровью искуплены. Вемы, Господи, я ты согрешником пред лицем Твоим и грехом нашим есть числа, но умилосердися и отврати от нас гнев Твой праведно на ны движимый. Не прогневайся на ны зело, Господи, Ты бы рекайся, яка радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся. Прими ныне наше покаяние, слезы и смиренные молитвы, возносимые из глубины сердец наших пред святым алтарем Твоим. Отче Седрут, Боже всякого утешения, укрепи нас молитвами, пречистая, преблагословенная, славная, Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честнаго и животворящего Креста,
святаго великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Луки, исповедника Кримского, святых врачей и целителей наших Агапита, Дамиана, Ипатия Печерских, святителя Иннокентия Одесского и всех святых земли нашей просиявших, и прекрати болезненно и поветрие, и отженя от нас всякую болезнь и немощь, да избавшись от всякие напасти, рукою Твоей крепкою, поработаем Ти со всяким благодарением. Да яко и ныне, причащающийся Твоего неизлагодного человеколюбия, поем и славим Тя, творящего великое и чудное, славное же и изрядное, яко Ты есть источник исцеления Божий наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки Якода царя всех под именем ангельским, невидимо дреносимо чинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иже херувимы, тайнообразующие, животворящие Троица, Тресвятую песню припевающая, всякое ныне житейское, отложим по печенье. Якода царя всех под именем ангельским и невидимо дари носимо чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергия Лавры и Священного Архимандрита, и Господина и Отца нашего, Блаженнейшего Ануфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенского и Киево-Печерского Лавры и Священного Архимандрита, да поменит Господь Бог по Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Свято-Успенские патриарши Одесские обители, священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Святаго Духа,
позови, и за мною